Из Барнаула запустят прямые рейсы в Симферополь. Новость об этом появилась на сайте Барнаульского аэропорта. Перелеты будет осуществлять российская авиакомпания «Нордвинд». Первый вылет состоится 4 июня, далее каждый вторник. Сообщается, что билеты можно будет приобрести от 11 тысяч рублей. Пока же барнаульские туристы могут попасть в Крым только с пересадками в других городах.